чё, мы переехали в другую гостишку. Рэдисон, офигенная, здоровая. Не знаю, как можно заблудиться. Куда-то нас ведут. Чемодан Наскин. Лифт. Окей. Лифт такой стеклянный. Пойдемте, я покажу вам наш номер. Вот. Номер 121. Тук-тук. Откройте. О, там Настенька живет. Чего тут у тебя, Настенька? Ванна. Красивый горшок. Ванная, да. О, ванная. Куртицы. Кушин. А что тут в слоне? Ни хрена нету, ничего не дали. Это полотенечко. Все в шкафу. Шкафу опять сумочка Луитон. На халяву. А где халаты? Почему халатов нету? Ё-моё, тут сколько всего. Балкон. Угу. Надо немножечко освоиться. Thank you.
Всем привет! Забрели сегодня в какое-то гомосерферское логово. Скалы вот такие гигантские. Вон там лифт поломанный. А, бля, водичка. В общем, ступеньки. В Партениде там тропа Голицына отдыхает. Миллион ступенек таких вырубленных в скале. Серферы, наверное, серфами своими они вырубали это все дело. В общем, короче, спустились сюда. Но купаться здесь невозможно. Одни вон такие вот кирпичи, скалы. В общем, и все такое. Пойдем обратно, наверное, лучше в гостиницу. А то как-то тут страшновато. Что-то я очкую. Сейчас чуть-чуть еще лифт. Офигенный был лифт, когда-то сделали кто-то, не знаю кто, колониальные завоеватели, наверное, Британской империи. Вот. А тут вот, вот тут они проживают, там что-то хавают у них, там варун. В общем, встретили по дороге пару русских пацанов с досками. Молодцы. Ну, дикие, конечно, дикие вообще. Какие-то. Робинзон и Пятница. Во, они были, да. Ладно, пойдем дальше. В общем, идем мы по этой чудо-лестнице. Чудо-хижин. В общем, туда еще вверх. Идти, идти. Километров 5 высотой гора. А если кто-то будет идти навстречу, то мы хрен разойдемся. Тоже. Кардиотренировочка после завтрака в ущелье. Где там Наська? Ты где? Давай догоняй. Чудак, отдохни. Такая вот какая-то хижина, там дверь, там наверняка живут хоббиты, можно им позвонить. Алло, мистер Бильбо дома? Не, нету. Ну тогда мы пошли, давайте. Залезли они там. Короче, залезли мы в Toyota Fortuner и поехали в храм Темпу Увату смотреть. Какой-то танец кичак. Киачка, кия. Короче, приехали мы в этот супер-мега храм Темпу Увату. Вот, идем проходить. Hello. Thank you. Билетики. Тикет. В
общем, там наша группа сотоварищей. Короче, всем привет. Еще небольшой видеорепортаж из священного места Улувату Temple, храм. Короче, все идут. Сейчас будет закат. И там какой-то супер этот самый трансовая вечеринка, короче. Да, танец. Танец будет. Пойдем посмотрим немножко. Я уже загорел. Ну пойдем. Фотик тебе. Фото. Короче, приехали мы на танцы у клуб. Народу миллион. Колизей отдыхает, такой азиатский, супер вообще. Сейчас танцы, наверное, будут. Гоа транс. Танцы начались. Супер. Вообще. Добро. Thank you.
Вот отца с чудесными персонажами этого спектакля. Они убегают, не хотят со мной фототься. Алло! Привет! Привет, Россия, матушка! Прощаемся с этой гостиницей, хватит хорошего понемножку, все классно, Рэдисон, как обычно, все нормуль, но осадочек остался все-таки. Всем опять привет, сегодня я проведу прощальный репортаж из этой прекрасной гостиницы и поедем в Убуд. В Убуд. Все супер. Бассейн классный. Кормили на завтрак на убой, как поросят. Но поедем дальше. А? Ну все, короче. Пошли мы собирать чемодан к себе в номера. И девочек наших ведут в номера. Поджидала печальная весть. Хотел забрать с собой вот эту сумку. Ну, классная такая, носить. А сказали, хер, плати деньги. Вот тут такой вот кабак самообслуживания. Подойти вот там, взять декантер, налить себе там немножечко рюмочку другую. Вот. Так что неплохая гостишка, да. Нормально. А это тут вот терраса на крыше лобби. Ничего, так нормальный видос. Там вот бассейн купались. Офигенно. В общем, ждем такси. One to one.